МП-40 в инкубаторе. У нас с вами будут два новых персонажа. Вот, и по мелочи там всякие наборчики новые и так далее. Так вот, я вам сегодня это все покажу. И самое главное, ребят, досмотрите до конца, потому что я расскажу об условиях, как получить халявно с инкубатора новую МП-40. Поехали. Всем привет, ребят! Перед началом видео напоминаю, поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь на канал, если вы этого еще не сделали, обязательно прожмите колокольчик, стримы ежедневно, и напишите под видео любой комментарий, это помогает видео выйти в рекомендованные. Спасибо большое! Итак, ребят, ну что, поподробнее расскажем об обновлениях. Первый у нас 31 января по 5 февраля. Бонус за пополнение. Это очень крутой бонус за пополнение. В принципе, 1000 алмазов. Это много, это 500 рублей примерно, но за 500 рублей вы получите чертеж, то есть скин на мужика либо на бабу из инкубатора, супер-мега эмоцию по деньгам, сорение деньгами, вот это вот сила денег, и то, что я всегда хотел, это хоть какой-нибудь скин на тачку, хотя бы какой-нибудь, а это золотой, офигенный, он, на мой взгляд, гораздо круче скина вот этого синего, который есть сейчас. Это реально очень крутая вещь. Очень крутая вещь. Вот прям очень крутая. И в итоге я смогу один костюмчик себе забрать, получается. Крутяк. На самом деле крутяк, ребят. На самом деле крутяк. Итак, ребят, еще по поводу всяких обновлений. У нас вышла гонка вооружений. Видос уже на канале. У нас вышло голосование за героев, которых вам дают халяву несусветную, голосуйте. Интересно, напишите в комментариях, пожалуйста, ребят, за кого вы проголосовали. За кого вы проголосовали. Соответственно, у нас вариант красный мужик, красная девушка, синий мужик и синяя девушка. Меня очень сильно отговаривали от проголосовать за красную девушку. Я проголосовал за красного мужика. Я так понимаю, что он займет, видимо, либо последнее, либо второе место. В общем, профукало я свое счастье. Надо было за красную девушку голосовать. Как я сказал, все мужики будут голосовать за красную девушку. Мне сказали, нет, мужик секочный. Ну, окей, секочный, так секочный. В общем, красная женщина. У нас выйдет два новых персонажа. Один из них похож на какого-то певца. У обоих наборов супер. И у девушки левый верхний край, и посерединке снизу. Мужик — это новые персонажи. Не знаю, какие у них будут способности, но сам факт — эти персонажи топовые в плане наборов. Вот. Также у нас выйдут новые иконки. Я, если честно, не знаю, что это за иконки и для чего они будут. Вот я вижу МП-40 плюс хилит. Видимо, может быть, у какого-то героя будет восстановление ХП за урон с МП-40. Но это жесть, это будет имба жесткая просто. А вы напишите в комментариях, как вы думаете, к чему эти иконки, в принципе. То есть, к чему они, к какому персонажу, может быть, это какой-то новый... К новой фишке кого-нибудь. Это, соответственно, аватарки, видимо, этих персонажей, наверное, с пропусков аватарки и за выполнение чего-нибудь. Вот я вижу, что может быть вот зомби-моду тема. Да, у нас выйдет, кстати, два новых режима. Это против зомби на выживание. Вот. Соответственно, два новых режима. Но самое главное, ребят, посыл этого видосика — это то, что как выбить вот в этом инкубаторе появится у нас МП-40. Их будет, соответственно, много. Смотрите, ссылочка будет в описании, в ВК прикрепленном. Как только выходит инкубатор, по-моему, он, да, там 2 недели действует, что ли, или 3 недели, я точно не помню, ребят. И вот в конце, под конец, мы разыграем этого инкубатора, кому я бесплатно, за свой счет, в любом случае, сколько у тебя не было бы яиц, вот этих вот, да, желтеньких чертежей, я выбью тебе МП-40. Вот именно тебе. Участвуй, пожалуйста. Смысл послания такой. То есть я подарю вам МП-40 с инкубатора бесплатно. Я уверен, что там будут топовые у нее параметры. Соответственно, с вами был Тики, на канале Тики Спать. Не забываем подписываться, ставить лайк, колокольчики. Пишите, пожалуйста, комментарии от 5-6 слов.